я Ваня. Сегодня я хочу нарисовать собаку. Рисуй со мной. Я рисую на канале Рыбаки. У нас есть малыш. Называются так мои карандаши. Цветные карандаши утолщенные. 8 цветов фирмы Гамма. Сочные. Очень мягкие. И я беру оранжевый первый цвет. Наша собачка будет оранжевая. Она будет щенок. У нее будет вот такая голова. Такой большой. Такой большой овал головы. Нарисуем нашей собачке. А теперь нарисуем тело. Опа. Пририсовали. Получился молоток. Тук-тук. Но пока это собака. Это молоток. Прям думай. Это собака. Сразу превращается в собаку. А как превращается? Нарисуем ушки. Ушки такие. Раз ушко. И два ушка такие сверху. Да? Нарисуем лапки. Лапки 4 нужно поэтапно рисовать. 1, 2, 3, 4. И, конечно же, хвост. И вот теперь уже все, и мама, и папа, и воспитатель скажут: это точно собака. Точно собака. Покрасим ее желтым цветом. Мне нравятся яркие желтые собаки. Таких в жизни не бывает. Но все-таки мы рисуем с тобой детский рисунок. И мы хотим поэкспериментировать. Желтая, яркая, сочная собака нам всегда пригодится. Пригодится повесить на стенку. И она будет радовать нас очень долго и красивым рисунком. Раскрасили? Если ты не успеваешь, то ставь на паузу, чтобы у тебя получилось. Все закрашивай, старайся не заходить за края, конечно, по возможности. Так как у меня очень мягкий мелок, я даже сильно не давлю, он сам за меня рисует, он волшебный. Сам так и рисует. Очень здорово получается. А что дальше мы хотим нарисовать? Давай нарисуем пятнышки нашей собаки. Пятнышки — это здорово. Вот здесь нарисуем пятнышко. Вот такое пятнышко и закрасим. Вот так. Пятнышко. Одно ухо тоже закрасим. Оно будет у него оранжевое, на моего щенка. Также есть пятнышко на пузике сверху, да, на ноге, на лапах на всех и даже на хвосту. Вот такая у нас собака получилась. Очень-очень пятнистая. Дальше мы добавим глаза. Глазу это важно. Мы нарисуем большой нос, такой картошкой. Нарисуем вот так ротик. Улыбчивый. Он открытый и улыбается. Также нарисуем глазки. Глазки я рисую просто кружочки и закрашиваю их. Но оставляю немножко незакрашенного, чтобы казалось, что у них есть блеск. Нарисуем реснички. Это несложно, но собачка будет милашка. А? Какая милая собачка. А вот здесь можно поставить точек. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так у собаки бывает. Точки здесь стоят. Также ты видел наверняка, что у собачки есть коготочки, когти. И мы их тоже можем нарисовать. О, мы с тобой настоящие собаководы. Кинологи. Мы знаем, как рисовать собак теперь от и до, поэтапно. В конце я нарисую немножко зелени, и вот собака готова. Яркая, сочная, простая и веселая. Такая собака. Я дарю ее тебе, и я надеюсь, что ты свой рисунок, свою собачку подаришь маме, папе или брату. Я думаю, это будет вдвойне радостно, если ты сделаешь еще и, не знаю, фотографию пошлешь по WhatsApp дедушке. Дедушка ждет, когда же ты нарисуешь собачку. Я всегда жду, когда мне дети пришлют тоже. В Инстаграм мне прислать много работ. В Инстаграм рыбаки поприсуть легко найти. А мама говорит, что это стимулирует ребят к рисованию. Сделайте сторис, напишите на нем «Собачка рыбаки 3», чтобы я увидел и вашу сторис к себе репостнул. Поставим вам лайк, и ребята хотят больше рисовать. Хороших рисунков, счастья, пока-пока.